Hello, ladies and gentlemen. Сегодня у нас самая любимая рубрика среди любителей покупать новые вещи и узнавать о них что-то новое перед их покупкой. Это распаковка. Сегодня у нас в лоте Giro 4A MIPS Adult Medium размер. Ну, в общем, смотрите, как должен выглядеть новый оригинальный шлем Giro. Он был заказан на заграничном сайте и привезен в Россию. Итак, поехали. Коробка. Фирменное лого, описание. Она, кстати, прикольно выглядит, как коробка из-под кед, допустим, да, вот каких-нибудь Венсов или Найков. Это уже неплохо. И вот такой сюрприз. Открывается она вот так вот. Выдвигается. Хотел помочь ногой, ну ладно. Справлюсь с руками. Тут у нас появляется наш красавец. Это шлем Giro 4A MIPS. Он поставляется в пакете защитном. Мы его вынимаем. И вот у нас этот красавец. Привет, Тоду. Шлем в шлеме. Оп, оп, оп. Как там делается это вот красиво? Так, раз, раз. В общем, он на резинках. Вот эта вот защитная штука, она с резинками. И она имеет подвижность одной части шлема, то есть капсулы, относительно его основной поверхности, формы, в общем, его тела, что гасит удары. Это технология фирменная, я сейчас это отожму наклейки, можно будет посмотреть все это получше. Извиняюсь за тень. Ну вот здесь всякие лейблики MIPS, маркетинг, он есть голографическая наклейка, которая говорит об оригинальности, но что все это не снимать. Весит шлем 265 грамм, размер M, 55-59 сантиметров. Произведен в 12 месяце 2018 года, то есть модель 2019 года. Что приятно, это то, что он очень удобно сидит на голове. То есть я одевал, мерил шлемы дешевле, еще дешевле, но они все, конечно, жмут на голову и очень сильно давит своими жесткими ребрами. Этот же шлем сделан так, что ты его одел, ты его зафиксировал. Это фиксация. И ты про него забыл, как будто едешь в кепке. Вот я вот ездил до этого в кепке, понял, что пора ездить в шлеме, потому что, ну, уже как-то неприлично и не безопасно, потому что скорости начинают с каждым сезоном расти, ну просто прокачивается физуха, скорость возрастает. И когда ты уже летишь по трассе с хорошей скоростью, ты уже начинаешь реально волноваться, как будто ты едешь на мотороллере. Поэтому шлем очень необходим, крайне необходим, потому что попадаются всякие препятствия, камни, доски, на которых очень легко разложиться. И все мы знаем, что лучше пускай будет шлем, чем его не будет, да? То есть, когда, как там говорят, что пускай будет шлем, все время он не пригодится, или когда он пригодится, его не будет. Значит, бок, нутро, зад, перед, высока.
Очень симпатичный, красивый дизайн. Мне нравится, что он не совсем полностью черный. Ну, сначала, конечно, хотелось черный, все в черном. Черные футболки, черные шорты, черный шлем. Но мне кажется, этот дизайн, он чуть-чуть более спортивен и монохромен, что сейчас тоже очень неплохо. С шлемом идет, естественно, такая симпатичная коробка, защитные вставки. Там же идет документация. Документация — это классическое описание на 15 языках, что немаловажно на русском. Я с одной рукой это делаю. Плюс как его одевать, что не нужно одевать его как шапку на макушку зимой. Нужно придвигать его ко лбу. Ну и описание просто всякое собрание букв, что будьте аккуратны при езде, там мы не обещаем, что он навсегда в любых ситуациях может выручить, может не выручить. Ну, в общем, как вы знаете, прыгая с тарзанкой, как бы, соответственность на вас. Ну, как бы, то есть, типа, они вот, мы вам дали шлем, да, извиняюсь, и вы сами ездите, будьте аккуратны. Сейчас сниму описание на русском языке. Ну, где-то русский язык. Почему нет? Ну, я только что видел недавно. С другой стороны. Вот такая огромная, кстати, инструкция. В оригинальном, да? Исполнение. Чешские всякие, словацкие. Где русский язык? Я же его недавно видел. Нам тратится драгоценное время. Вот это вот эфирное, да? Пока я ищу. И вот русский язык. Я могу построчно зафиксировать. Кто, если что-то разберет, пожалуйста, нажимайте на паузу. Шлем очень удобный, очень легкий. Очень приятный на ощупь. Он сделан из, естественно, пенопласта, как и все шлемы на самом деле. В том числе мото. Мотошлемы, они тоже сделаны из пенопласта. Просто у них цельная скорлупа. У биошлемов для вентиляции она разделена на сегменты вентиляционными отверстиями. В общем, я езжу как в кепке, мне очень нравится. Вот, собственно, весь шлем, весь обзор. Я не знаю, что еще показать. Наверное, вот этикеточки, вот это все, да, как оно выглядит в оригинале. Вот так оно смотрится все. Вот это рекламная этикетка MIPS. То есть на сайте Giro без MIPS стоит в районе 55, с MIPS MIPC стоит $85 за эту технологию подвижной части внутри шлема. Она на резинках сделана. То есть, если присмотреться, постараться, то мы увидим, что вот эта вот часть, она как бы крепится к резинкам, которые растягиваются. И получается вся эта технология, ну, прикольно, прикольно. Выглядит симпатично, это уж точно. Вот сам шлем, дизайн очень тоже неплохой. Не такой сумасшедший, конечно, как топовые модели Giro или каск, или, ну, в общем, такие, которые как шлем у Чужого, вернее, его прическа. Он более спокойный, более сдержанный, более гармоничный. На голове сидит, опять же, с минимальным подъемом по вертикали. Он считается как по описанию, как низкопрофильный, очень тонкий. То есть это тоже одна из его фишек, легкий, тонкий. И, соответственно, он не выглядит как грипп, он выглядит как объемная спортивная кепка, да, вот что-то такое.
То есть он не грубый, не громоздкий. Достаточно аккуратно и круто выглядит. Вот это вот сопло, конечно, оно выглядит особенно будоражащий, его хочется одеть, в нем хочется ездить. Упаковка, шлем. Всем всего доброго, спасибо за просмотр и удачи на дорогах.